Любую слоеную выпечку, и не только слоеную, можно красиво украсить и оформить слоеным тестом. Сегодня я покажу и расскажу, как я делаю слоеные розочки для украшения различной слоеной выпечки. Слоеное тесто раскатала тонко в пласт. Из слоеного раскатанного теста можно вырезать либо формочкой, либо обычным стаканом вот такие вот кружочки. Вот такой вот круглой формы слоеное тесто. Для того, чтобы получилась красивая слоеная розочка, расставим слоеное тесто. Выкладываем в ряд слоеные кружочки. Скручиваю все кружочки слоеного теста в единый рулетик. Вот такая вот двухсторонняя заготовка из слоеного теста для большой розы получилась. Заготовку из слоеного теста разрезаю на две равных части. И красиво начинаем открывать лепестки слоеной розы. Вот такая вот слоеная розочка получилась.
такое маленькое рождение розочки из слоеного теста. Такими розочками из слоеного теста вы можете украсить любую слоеную выпечку. Подготовленные розочки из слоеного теста смазываем Перекладываю подготовленные смазанные розочки в форму для выпекания. Отправляю слоеные розочки в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов до полного приготовления и румяности розочек. Которые украсят любую выпечку . Ну а я вам желаю приятного аппетита . До новых встреч на моем кулинарном канале . Готовить вкусно, просто. С наступающим вас Новым годом! До новых встреч!